Здравствуйте, уважаемые пользователи и подписчики. Этим видео мы начинаем серию видеороликов по изготовлению скамеечки. Вот здесь мы изготовили шаблон, который мы затем вырежем, будем выпиливать по этому шаблону заготовку. Шаблон сделан в соответствии с золотой пропорцией А плюс Б равно А на Б. Вот написана формула. Здесь вот на этом шаблоне мы поставили вот откуда все радиуса эти выходят, центры. Стоит отметить, что здесь мы дадим скругление шлифмашиной, чтобы лак лучше ложился. Ну и приступаем к выпиливанию заготовок. Древесина явно с неоднородностями. Так, и следующее. Уберем звук. Так, ну вот, готово. Дальше будет прифуговка, которую мы вам уже показывали на других видео. Ну и затем мы к этим заготовкам приложим вырезанный шаблон и будем выпиливать ножки для лавки вот такой формы, которая показана на шаблоне. Вот мы вырезали ламели. Сделана прифуговка. Вот можно посмотреть. Прилегание идеальное, 90 градусов. Вот здесь уже проведена склейка. Здесь было проведено прессование, а это только готовим к склейке. Потом, когда все это склеится, склейка сохнет сутки. Будут готовы две вот такие заготовки, которые мы обработаем. И потом уже на них приложим шаблон и обведем. Все это вырежем. И еще стоит добавить, что не было начерчено. Вот здесь будет деталь, которую присоединим к ножке, потому что если лавка вот так вот станет, то ножки могут отломиться. Вот здесь будет еще дополнительная деталь. Ну вот, прошли сутки, склейка высохла, мы ее обработали, отстругали с двух сторон. Отторцевали вот здесь и здесь, чтобы грани были параллельные вот так у лавки.
И вот вторая заготовка. Сейчас мы будем обводить шаблон, чтобы выпиливать лобзиком. Ну вот, шаблон мы обвели, и сейчас приступаем к выпиливанию с помощью нашего электролобзика.
Так, ну вот мы выпилили нашу ножку. Дальше она будет дошлифовываться. Все это будет обрабатываться, все огрехи обработаются. Ну и как мы говорили вам в начале, вот здесь будет еще деталь, чтобы ножка вот так вот стояла. И здесь будет скругление, как четверть круга. Мы вот так вот вырежем. В общем, четверть окружности. Но это уже будет в следующих видео. Вот такая будет ножка. Ну, на этом мы заканчиваем это видео.